Всем доброго времени суток. Сегодня мы поговорим, почему, ну точнее, что произошло со мной и т.д. и т.п. И также обсудим одного дурачка, который, ну я не знаю, типа, как это получается. В общем, будет по Мир 4 небольшое видео, да, отступление. Но уже после того, как я объясню пару причин, условно, я, короче, что у нас сделал? Себя не посмотреть. В общем, я сломал все шмотки на луке, потому что переносить заточку дорого, донатить я не собирался. Соответственно, пересел на ведьму, там, немножко ее качаю. Ну как пересел? Типа, я сразу скажу, что я полноценно, я не играю. В частности, я захожу, тыкаю 5 раз арену фамильяров, вот это говно, чтобы получить плюшки, потому что, ну, типа, фамильяров ты продать не можешь. Фамильяров ты продать не можешь. Типа, а рейтинг ты здесь можешь лутать. А вот, соответственно, 25 место. То есть обычно я захожу где там. Вот, вот в это я обычно захожу. В это или в это. То есть тыщеночку там в недельку можно лутать. Типа, нихера не делая. Ну, типа, заходить, делать 5 кликов и все. А остальное, типа, там уже по желанию. Я могу поиграть пару часов. Ну, как поиграть? Чисто оставить чара на ФК. В основном просто захожу, то есть делаю какие-то активности, то есть вот, где быстро покликать надо. Потом далее на выход ставлю, на автобой, и все. Сейчас типа докачивают винка. Где-то там у нас не то. Так, не то. Ощущение. Вот, соответственно, апнул 85-й, как давно. Вот, вот, кстати, вот мои шмотки, то есть я все сломал. Не переносил, еще раз повторяю, потому что переносить стоит кристаллов. А кристаллов у меня не было, я просто сломал. Мне было просто банально интересно, типа, как сложно ли перейти на другой класс уже на, условно, на топ-контенте, да. И скажу вам, что это практически нереально. То есть я вот уже играю в течение недели, ежедневно крафчу примерно по... Ну, все то же самое примерно, по 100 шмоток крафчу в день. И вы видите мой шмот, то есть он ни хрена не изменился. В целом, конечно, можно... Тут нужно учитывать то, что, во-первых, я не доначу вообще. Это во-первых. Во-вторых, тирит, соответственно, весь вот этот астерит, который я вывожу, я его именно вывожу, тирит не покупаю. То есть, если тирита купить, можно поточить шмотки, типа, играть плюс-минус более или менее. Но, как бы, это такое, если, как вы понимаете, типа, все, условно, я забил на эту игру, так, чисто балуюсь, так сказать. А, собственно, почему забил? Вот это мои наработки, можете здесь почитать, можете не читать, типа, делать ваше, это хотел видео, которое делать. И далее, почему, собственно, все это произошло, почему я решил так внезапно разломать все шмотки, типа, и попробовать сесть на ведьму. Это вот мой заход на арену, который был, ну, хз, неделю-полторы назад где-то, около того. Вот, собственно, это при том, что я как бы не стоял АФК, я играл, видео, конечно, есть, то показывать его смысла нету, это людям не интересно. Здесь небольшие пояснения, типа, почему я выиграл этот матч, просто чел поддался, он стоял реально... Ну, то есть он просто стоял и писал, что, типа, игра говно и все такое. Поэтому, соответственно, мы выиграли. То есть также я до сих пор бы стартовал бы, видите как. И, соответственно, здесь, то есть, я бы еще больше бы потерял по ПТСам, если бы не штраф от понижения. То есть я уверен, вы знаете, что это такое. Типа, итоговый у меня за 2 часа было 14 побед, 27 поражений. То есть охуенно же поиграл, да, правильно? При этом то, что я старался играть и все прочее. Естественно, мне закидывало овощей в тиму, но в целом играть крайне невозможно было, помимо того, что еще и, типа, я этот ссаный лук, типа, у всех людей уже нормальных, типа, все шмотки были уже заточены, все луки, то есть у всех атака была запущена и все прочее. А у меня один-единственный лук не точился, и я вам скажу, что он не точился больше 15 раз, потому что я даже банально покупал 2 комплекта вот этой хуеты. Где там она... Вот этой херни. 2 комплекта покупал. И то есть он как был 19-м, так и оставался 19-м. То есть ни хрена не работало. Ничего просто, ну, не точилось. И меня просто в конец заебало все это. И условно на арене вот этот поход меня окончательно добил. И я просто разломал все и вышел. Сейчас играю в чил режиме. Я хожусь к Лане. На оборону я не хожу там. В общем, я никуда не хожу, типа, мне по кайфу, типа, я, если я захотел, я зашел, если я не захотел, я не зашел, но железно в день я захожу один раз и тыкаю вот эту хуету, типа, 5 раз, все. Ну и, типа, там еще, я же на арене был, здесь, конечно, не покажется, но на другом чаре, короче, то есть,
поскольку я не в конец сезона, да, начал, точнее, ушел не в конец сезона, а где-то в середине, а, соответственно, я еще дополнительно получал все остальное, пока меня там не скинули в дрова, и то последний раз я получил, по-моему, 1200 стрита вот этого. То есть так я вывожу все почастую, чтобы условно уйти в ноль как минимум. Еще осталось где-то 1500-6 вывести. Это еще недели 2-3, тогда я буду в ноль. В ноль, так сказать, уйду. А, ну и, собственно, все. Сейчас, конечно, играть побольше, поболее интереснее, чем раньше. Потому что добавили, типа, соревновательную вот эту херню. Вчера в Джина походил. Типа, так, от них хер делать. Но тоже скажу, что это просто пиздец, что они добавили. Типа, вот... Третьего джина я так ни разу не прошел. Почему? Потому что ты, типа, заходишь в одиночный поиск, а тебе кидают вот таких дебилов. То есть, и это бесконечно. Естественно, ты отклоняешь, потому что вы таким составом не пройдете. Повторяешь все то же самое, и тебе опять кидают таких дебилов. И, типа, это еще ладно, здесь, типа, по 700-800. Там вчера были по 400 тысяч челы, которые пытались зайти. 400 тысяч чел, которые рекомендованы БМ Лям 200. То есть даже первого джина я проходил несколько раз, то есть, ну, давали 7 проходок. Соответственно, примерно 5 или 6 раз прошел первого джина и один раз второго, чисто чтобы открылся третий, чтобы, соответственно, пойти. То есть я бы, да, я бы в третий бы с удовольствием бы походил, а просто проблема в том, что людей не удается найти. Типа у меня самого, во-первых, меньше рекомендованного БМа, ну там меньше где-то на 180 тысяч, что ли. Но не суть. В общем, на первом джине я ходил, и типа несколько раз было там и по 60, и по 70 тысяч урона, точнее, процентов урона вносил. То есть челы вообще, типа, прям, ну я не знаю, типа, админы реально долбоебы. И в целом, и челы, которые ходят, типа, я пытаюсь сейчас докачать до 60-го, чтобы получить, соответственно, алмазики. Потому что сюжетку проходить не вариант. Я все пушки поразломал, типа, да и в целом БМа не хватает пройти. Ну, не суть, короче. В общем, я не знаю, типа, они, конечно, сделали прикольную херню, да? Как минимум в соревновательном режиме вот это. Вот это прикольная, типа, тема. Но тоже, типа, есть там свои нюансы, там, т.д. Ну, в общем, это все лирика. Вот, соответственно, мы это посмотрели, да? И переходим, соответственно, к челу. Я вам даже, наверное, музыку офну, и мы просто послушаем, что нам этот чел может сейчас сказать. Так, вам, наверное, будет громко, да? Ну, вот так вот сделаем, ладно, меня слушать вы не будете. Просто слушаем, что он нам говорит. Привет, дамы и господа, мы с Арис Рихи. Сегодня мы на стриме по многочисленным просьбам, и, наконец-то, я нашел... Так, немножечко отступление. Я, типа, смотрю за этим челом не первый месяц. То есть, да, последние месяца-два я уже практически его не смотрю. То есть, а до этого я смотрел его через силу. Просто в специфику, наверное, его контента, который он преподносит. Стримит он ежедневно практически. С вечера до утра. Ну, или там с ночи до утра. И, типа, челу где-то лет 30, ну, скорее всего, даже больше 30, и, типа, его невозможно смотреть, это просто прям, я не знаю, это трэш, просто прям кринж, я не знаю, у меня прям, типа, чаще, когда я, короче, играл, да, когда я Мир 4 играл, соответственно, мне нужно было контент, соответственно, какой-то, да, то есть я планировал развиваться, и, соответственно, чтобы быстрее развиться, ты должен узнать, условно, как можно больше об игре. То есть, и ты просто брал банально, да, его стримы, ставил на паузу и вот так вот перелистывал, ища какие-то интересные моменты. А в редких случаях ты его слушал. Если слушал, то только на скорости x2, потому что по-другому просто невозможно слушать. И то ты ловил прям такие приступы кринжа, что, я не знаю, хотелось просто выйти в окно, потому что чел вот этот с этим ебалом, когда он встает, у него там жопа просто, я не знаю, встает в майке в этой потной, весь ежедневно стримит в одной и той же майке, не знаю, может, у него две майки одинаковые, и он просто друг друга их заменяет, но такое ощущение, что он в одной майке просто не моется месяцами и сидит в одних и тех же майках. То есть, давайте даже вот просто вот банально. Видите, да, вот эта серая майка? То есть, это в целом, типа, это он и есть, как бы, серая майка, да? И, допустим, возьмем вот месяц назад, да? Сейчас мы, естественно, откуда... Видите, опять серая майка, это же майка, да? Допустим, возьмем 3 месяца назад. Опять это же серая майка. Возьмем там вот этого... Опять это же... То есть, ну, он абсолютно в одной и той же ежедневной стриме. Или, может, у него, не знаю, стримерская, блядь... Ну, это пиздец, ебать, я не знаю. Типа, возможно, конечно, я доебываюсь, но просто это такой кринж. Он, типа, может
процессе стрима, точнее, не может, он ежедневно в процессе стрима берет и подпевает песням, и ладно бы он просто подпевал бы им, да, словами, да, как вы там, соответственно, идет слова песни, вы эти слова песни подпеваете, эти же слова, нет, он подпевает в другом мотиве, типа там чуть-чуть, там мяу-мяу-мяу, ебать, это просто такой кринж, просто человек, я не знаю, и типа смотрите, что он говорит, слушаем теперь его. Нашел жертву для своего интервью. Он нашел жертву для своего интервью, то есть вкратце он нашел какую-то арбу, у которой будет брать интервью. И типа, что, блядь, зачем? Я посмотрел этот стрим целиком, естественно, в скорости X2, типа, потому что у меня не так дохуя времени, да, и он такой нудный, здесь такую хуйню несет, что просто прям ахинея какая-то. Но самая эпопея начинается, то есть вот в первых минутах. То есть, во-первых, нахера он берет арбу, если он сам играет за арбу? Типа, зачем ему эта арба? И при этом говорит про какие-то другие классы на последующем будет брать, но при этом про класс как таковой в речи вообще не заходит за все время. Не описывается ни скиллы, ни комбинации, ничего не описывается. Но самое главное, то есть, почему я вообще записываю это видео, вы сейчас это услышите. Да, как видите на экране, кто это? Это не я управляю, это он управляет. Сейчас мы перейдем к нему, но сначала я заспойлерю немного. То есть сегодня вы увидите, или когда вы там смотрите интервью с Арбой, следующим будет либо Хил, либо Маг. Да, они меня... И вот теперь слушайте внимательно, что он сейчас будет говорить. Вербовали, они мне платят сейчас $1500, чтобы я был в их клане. Я считаю, это нормальная зарплата, тем более в неделю. Ему платят $1500 в неделю за то, что он находится... соответственно, в их клане. Если это серьезно так, то, ну, у меня огромные вопросы к руководству, которые ему платят эти деньги. То есть, за все время, что я его смотрю, за все время, у меня четко сложилось мнение, что этот человек рак. Ну, то есть, рак, если мы говорим про доту, да, нуб. То есть он ни хрена не умеет. Ну, то есть, в буквальном смысле слова. То есть, вы можете посмотреть любое его PvP, старое, там, новое, я не знаю, любое. Он играет как рак. Ну, вот серьезно, он играет как рак просто. Он ни хрена играть не умеет. Вот такое мнение, мое субъективное мнение у меня складывается. И в целом, то есть, за счет того, что он несет херню, типа, я не понимаю, как ему могут платить $1500 в неделю, при том, что, допустим, вот чар 120 уровня с двумя голдпетами стоит 1600, блядь. 1600, Карл. Как ему могут платить $1500, если чар, блядь, который, блядь, чуть ли не лучше, чем он, одет, да, и имеет больше, блядь, платить, блядь, $1500, блядь. Я не понимаю, но. Типа, может, меня наймут, нахуй, на $1500 в неделю, а? Я тогда мог бы себе, допустим, вот этого чара купить за 2 недели, ебать. Вот этого там чара купить также за 2 недели. Вон, голд-шмотка, ебать, есть. Типа, она дохуя стоит. Статы вон какие, при этом здесь нету, естественно, чар без клана, соответственно, у него меньше статы все идут. То есть, и это мой чар, я продался, соответственно, я продался давно, по курсу 555, это вот 4 июня продажа. Потом меня перепродали 24-го, но суть в чем, я продался за 555, но я продался вот, где там, вот это 4, вот 4 июня, соответственно, курс был 3.8. 3.85 вемикса. Сейчас, соответственно, курс, если мы обновим всю эту херню, сейчас курс вот он, 2.4. То есть курс просел. То есть это я просто говорю, чтобы вы понимали, что я продался не за полторы тысячи бачей. Так я продался больше, чем 1.5 месяца назад. Типа больше, чем 1.5 месяца назад. И смотрим мои статы, да, вот просто банально, здесь без клана, там, 117 левел, 181 тысяча БМа. Вот его последний стрим 16 июня, ну, 5 дней назад. У него левел здесь не видно. А, 122 левел. Физатака 6400. То есть у меня... Нет, это не у меня, подожди. Вот. Вот я, да? Типа физатака 6300. То есть я на 1.5 месяца назад, блядь, был лучше, чем, блядь, он сейчас. И кто, блядь, в своем уме, вот с такими ценами, блядь, на чаров, кто, блядь, кто будет ему платить $1500? В неделю, блядь, по его же словам. В неделю, Карл. $1500, блядь, за что? За что, блядь? Отлично. За что ему, блядь? Кто будет платить $1500? Типа, это, ну это же бред, просто бред.
Он типа нихера не дамажит. Нихера не дамажит. Вот сколько времени прошло, да? И типа все равно, типа. Я просто в ахуе, просто, серьезно. Просто я не понимаю, типа, кто ему может платить 1500 баксов, если доходности игры такой нету. То есть ему разве что кто-то, какой-то чел, у которого просто море бабок, просто содержит их клан и, соответственно, башляет, и, соответственно, людям по 1500 баксов. И, соответственно, короче, да, я продался, простите. 1500 баксов, вы бы не играли вместе с ними в клане, конечно. Итак, привет, как тебя зовут, расскажи. При этом, соответственно, он получает и зарплату, и все, то есть, и сверху еще ему 1500 баксов дают. Вы серьезно? Они реально думают, что я в это поверю? Я ему даже комментарий написал. Что ты, говорю, несешь? Какие, говорю, 1500 бачей? Ты, говорю, чекни ценник на чаров 120 плюс левела. Они там от 800, от 800 бачей идут. Типа, а ты, типа, получаешь полторы в неделю, блядь. Не смеши меня, кто тебе будет платить такие, блядь, деньги, на? То есть это реально так, на? Это просто, блядь, я не знаю, нахуй, это такой бред, блядь. Какие, нахуй, 1500 баксов, блядь, в неделю, блядь? Вот этому челу, который, блядь, ну, это пиздец, нахуй. Вы серьезно, да? Давай даже мы посмотрим, где там мировые боссы, лабиринты, да? Тут же он PvP-шится, наверное, будет. Даже слушать его не будем, на? Ну да, он типа PvP-шится, вот. И давай посмотрим теперь, что же он из себя представляет-то. Так, его походу убили, да, или он улетел? Улетел. Вот он прибегает, и что вот мы смотрим? Ага, потерялся, ебать. В труп дал скилл, блядь. Этого чела, блядь, даже не продамажил, нахуй. И вот этому челу вы платите 1500 баксов? Да он залетел, он, блядь, даже никого, нахуй, не ударил ни разу, блядь. Чтобы, блядь, нанести хоть какой-то урон. За что? 1500 баксов, серьезно? Да он, блядь, выделить никого нахуй не может, блядь. Вы посмотрите, что, блядь, происходит. С горем пополам, блядь, кого-то выделил, но. О чем вы, блядь? У него уровень игры вообще никогда не менялся, блядь. Максимум вот каких-нибудь челов, я не знаю, 113, на 20 левелов, блядь, меньше себя он может убить, блядь. Нет, может, конечно, и он может кого-то убить, если кто-то будет на него прям бежать, ебать, сломя голову. Но он ни хрена не может, смотри, хуяк в стенку, блядь. Зачем в стенку, когда там, блядь, месиво идет? Я же говорю, он ни хрена не делает. Вот посмотрите на его уровень игры. Он никого, блядь, убить не может, блядь. О чем вы? Пиздец, я говорю, за что, блядь, 1500 баксов? Глава Орионов, блядь, посмотрите, нахуй, как он играет в целом-то, блядь. Максимум его предел это бегать челов на АФК убивать. Это максимум, что он может. И просто из-за своей специфики, потому что он дурачок. Он нулевой игрок, вот серьезно, типа. Я говорю, я его как давно смотрел, он ни хрена не поменяется. Он меняться не будет никак. Он никак абсолютно меняться не будет. Типа чел, это максимум его, он не будет лучше играть. Он челов выделять не научился там, блядь, за уже сколько, за год почти игры, блядь. Он не научился до сих пор выделять челов, блядь. О чем говорить-то, на? Я, блядь, если вот сколько там уже, полтора месяца прошло, я сейчас зайду, блядь, типа на какого-нибудь чара плюс-минус его уровня, я его спокойно уберу, блядь. Хотя, блядь, я полтора месяца не играл, на. Типа, пиздец, 1500 баксов, ебать, ага. Ориона, может, вы мне, ебать, заплатите сразу авансом, если я просто чара куплю, так же побегаю, блядь. С вами поиграю, за ваши бабки я бы поиграл, потому что играть, вот, типа, у меня сейчас по факту, типа, не во что играть. Я бы с радостью бы влетел, если бы мне кто-то оплатил бы чара. Типа, побегал бы на замесах, на пвпшках, типа, а чё нет? Пока игры никакой нету, почему нет? 1500 баксов, ебать, просто за то, что ты в клане, серьезно? Это вот этому челу, блядь, 1500 баксов? Это ж пиздец дно, ебать. Я в ахуе, ебать. Ладно, ребят, всем счастливо, всем пока.